мой корпус. Тут у нас кафедра вообще физики была. Тут вообще какой-то микс. Лингвистика, там, философия, куча всего, история. Ну, у нас физика. Третий этаж, по-моему. Обойти его тогда, чтобы туда зайти. Раньше мы насквозь его проходили, чтобы выйти с другой стороны. Такая вот конструкция, построили такое в советские времена, конечно. Какое-то бесформенное такое здание. Тогда вкуса не было у строителей, как и архитекторов. Этого седьмого корпуса еще сбоку вход. Как мы впервые сюда шли, и я запутался, что как тут пройти через этот вход. Там разбирались. Вот это общаги, я так понимаю, студенческие. Вот баскетбольное поле. Но его построили уже после того, как я закончил, кажется. Крестьян, все-таки корпус черный. Но раньше тут вход работал. Это вроде библиотека. Мне тут нравилось. Сидишь, читаешь книгу. И перед ней не может. Или после занятий. Правда, конечно, учеба тяжелая была, поэтому особо сил не оставалось на книге.
ходил сюда. Химические всякие корпуса. Я там никогда не был в них. Ну, вот они как-то более-менее архитектурно красивые, в отличие от остальных советских этих. Здесь они симпатичные. С кирпичей, с башенками такими. Трубы взяли, сварили. Назвали искусство. Белки бегают. Симпатичный парк. Какой здесь. Белка бегает туда-сюда. Седьмой корпус. Становится.
вообще легче жить, что ли. Студенческие времена были тяжелыми. Именно из-за неопределенности, непонятности. Это первый корпус. Тоже с башенками такими. Здесь особенность такая, что аудитории были пронумерованы в каком-то рандомном порядке. И чтобы найти какую-то аудиторию, надо было обойти весь корпус, когда найдешь ее. Или какая-то схема была непонятная, которую я тогда не понимал. Ну и мы все. Корпус симпатичный, чистенький такой.